Всех приветствую. Это Arcade Hunter и сегодня обновление. Субботнее обновление, мы его ждали. Я вам в прошлом выпуске об этом рассказывал, когда мы снежинки собирали. Вот, и сегодня я скачал как раз это обновление. Мы его сейчас глянем. Сразу скажу, что добавился новый режим. Это некая арена, на которой вы сражаетесь. Вот теперь видите, такая менюшка. Обновление 1.11.0. Значит, новые режимы арена, доступные с 6 главы. Турецкий язык добавили и индонезийский. Пофиксили баги и добавили пакет за донат. Вот этот GrooveFont Package, это у нас не что иное, как пакет за донат, вот этот, вот, на 7 дней. Здесь у нас в пакете за донат, видите, игру он насыщает, но она нифига не оптимизирована в плане ускорения. Значит, видите, Phasis, и вот это вот будет тоже доступно. Вот. Далее, значит, переходим смотреть, что такое арена. Ну, перед тем, как арену посмотреть, мы все-таки заглянем в снежинку. Я тут подсобрал немножко, буквально чуток. 2000. Совсем немного. И видите, ускорение процесса как идет. Они походу оптимизировали. Да, действительно. Что-то, но мы видим оптимизировано. Пободрее стало вылетать. Если бы еще автоматически это складывалось, цены бы не было. Вот честно скажу. Если бы вот эти елки-палки туда-сюда, можно было бы совмещать. А мы тут видим обратную ситуацию, что вплоть до того, что зависает. Вот. Но это, конечно, не айс. То есть будем все-таки ждать, когда они смогут оптимизировать или не смогут. Я как бы не понимаю, в чем сложность. В принципе, игра элементарная. То есть оптимизировать вот этот момент с получением подарков, да, тоже много труда. Ну вот смотрите, ждать вот я до сих пор не могу, не отвисает ни колокольчик, ни палка. То есть, видите, ждем тут по секунд 10-15, просто чтобы два предмета сложить один в другой. То есть, ну как-то вот раздуплилось. Ха! Невозможно подключиться, и поэтому раздуплилась. Вот этот прикол. Колокольчик. Так, елки нету. Колокольчик есть. Что у нас? Палка есть. Давай-ка сюда. А, нельзя, да, переставить. Палка вторая. Елка третья. О, колокольчики. Елка. И 5. И получаем мы фигу. Золото. Или еще лучше камни. Постоянно вышибает. То есть я не знаю, в чем там фиксили баги, оптимизировали.
Игру, но вот у меня сейчас что-то стало совсем как-то грустно. Я нифига не понял, что дали. Может, вообще ничего не дали. Короче, вот такая ерунда. Выходим с этого режима и идем на арену. Арена очень бомбезная, я ее уже проходил. Суть такая, есть у нас 10 этажей. Все этажи это боссы, то есть 10 боссов разных. Сила игрока у нас ограничена параметрами 5000 здоровья и 1000 урона. Вот с этого мы начинаем, никаких бонусов, никаких вещей, ничего у нас нету. То есть мы голые абсолютно. И мы начинаем с того, что сразу валим босса. То есть это вот некий такой момент. Видите? Вот можно попытку еще истратить. Здесь 5 человек всего. Давайте я вам покажу наглядно, что это такое. Я вот дошел первой попытки до 7 этажа. Немного там затупил, но за 4 минуты 34 секунды. Весьма быстро. Таймер, к сожалению, не идет, поэтому вся надежда на игру, что игра без всяких подкрутов снимает непосредственно вот по факту. То есть вы жмете, и она вас снимает. Смотрите, видите, никаких навыков вообще нет. То есть ничего нету. Боссы, в принципе, не злые. Вот, ну сколько снимает с меня? Не так уж и много. Но я вам сразу скажу, что если есть похищение здоровья навык, берите его. Ну и усиление крита, естественно. Ну и здоровье повыше, потому что пригодится. Ну и плюс, не знаю, как по навыкам здесь. Может, будет поляна какая-нибудь или по 300, да, не снимают. Ну, вот, в принципе, серафимы эти не самые страшные. Но, блин, видите, что творят? Зажимают в угол, блин. Непривычно, что нету никакого поля, вернее. Вот. Ну, нам сейчас хил дадут, смотрите. И мы, наверное, возьмем усиление или упорство. Давайте усиление. И возьмем дамагу. Повышает критический урон. Смотрите, критический урон повышает, то есть по 1000 сносит. По 1000 сносит. Ну и меня тут немного прессуют. Ну, смотрите, 3200, когда влетает, это шикарно. Я вам так скажу. То есть, в принципе, несложный босс, проходимый запросто. Можно взять отскок. Тоже очень сильно помогает, особенно если есть навык пробития. И отскок это просто пушка. То есть, если у вас пробитие работает, плюс отскок. Постараемся сейчас как-нибудь выйти из-под действия ракет. Они, смотрите, бьют просто нон-стопом. Нон-стопом. Ну, такой противненький босс. Но когда один на один остаюсь с ним, сношу. Тут, видите, время еще играет. Вот, похищение жизни и пробитие. Все. Это космос. Я вам реально говорю, почему? Потому что здесь снаряды будут двойной урон наносить, плюс мы хил тащим. То есть определенная есть возможность отхилиться, что просто бомбезно. Ой-ой-ой, вот это неприятно влетает. Ой-ой-ой. Ух ты ж, ё.
Смотрите, как у меня тут эти бомбы, блин, подретушировали. Да. Ну давай, 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 давай. Должны его пройти. Так. Оп. Топоры. Они метают топоры еще вдобавок, видите? Вдобавок ко всему. Ну вот если бы была сфера, конечно, мы бы тут бы сейчас бы его мочканули бы вообще бы. Ну, видишь, главное не попасть под действие вот этих бомб. Усиление атаки. Ух, вот здесь побегать придется. Давайте побегаем. Сильный босс. Вообще без базара. То есть очень сильный босс. Без всяких причуд. Без приколов. Вот здесь, на этой арене, реальный скилл. То есть здесь тянет так, что, извините, подвиньтесь. Ну, возможно, этого босса я пройду. С рекламой там, может быть, а может и без. Как повезет. Ух ты ж, ё. Вот то, что их двое, это, конечно... Ну ладно, сейчас рекламу дадим небольшую. Ну что, продолжаем. Боссы сильные. Капец, конечно, они бьют. Но когда один останется, будет попроще, я вам так скажу. Вот один останется. Угу. Ну, сейчас завалим уже их. Блин. Один, давай, оставайся. Один, 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 один. Оп, плюх. Ну все, прошли. О, вот этот босс тоже такой противный. Выкидывает здесь какие-то непонятные штуки-дрюки. Вот. Но в принципе... Решаемый вопрос. Чуть-чуть от хила ловим. Вот. От хил ловим. Блин, опять нас снесли. А рекламу можно один раз посмотреть. Ха-ха-ха. Ну вот, на самом деле, я вам так скажу, что здесь, на этой арене, как повезет. То есть, если у вас там выпадет доп. Жизнь, классно. Если выпадет какой-нибудь там, да, щит или тройной патрон со скоком, дойдете до 10-го. Значит, давайте по наградам. Когда у нас есть разные режимы на арене, группа из 5, вот как сейчас, да, 5 игроков, то распределяется на топ-3 награды. Собственно, я на третьем месте. 50 бриллиантов. Когда у нас непосредственно группа из 4, 3 по 2 топа, и из 2 и 1 там первое место только решает. Собственно, что мы зарабатываем на данный момент? Мы зарабатываем 50. То есть сколько вот мы потратили, столько мы и заработаем. Ровно 50. Это 15 самоцветов, скорее всего, пришло за открытие подарка. Так что не удивляйтесь. Нет, за прохождение арены не дают никаких. До окончания, так скажем, дня. Вот, следовательно, получили и кайфанули от награды. Я думаю, что эта арена приживется, это интересней, это более, так скажем, быстро, нежели бесконечная башня, где там надо по 20 минут, да, топить. Сколько там этапов получается? 70, да, сейчас первые места. 71,
а то и 84 проходят в этой бесконечной башне. Поэтому я считаю, что 10 уровней боссов можно оттачивать мастерство, скилл, потому что эти все боссы попадаются на локациях. Ну и, собственно, идет всегда в плюс, нежели в минус такие вот бои. Ну и в отличие от бесконечной башни, там каждый уровень босс на арене. Ну и соревнуемся мы в локальном рейтинге, то есть не в мировом каком. То есть кто из живых соперников попадется, с каким скиллом, может вы там, не знаю, с четырьмя этажами выиграете. А кто-то будет вообще не тянуть. Могут всякие новички попасться и так далее. И последний плюс то, что все в равных условиях. То есть 1000 урона и 5000 хп. Нету каких-то плюх, знаете, там раскачанные, гиперсильные игроки с вами, вот как в бесконечной башне, да, соревнуются, или там какие-то, наоборот, супердохлые, а вы там гигант. То есть все в равных условиях. Арена всех объединяет и дает возможность показать свои навыки. Вот по-настоящему. Вот, так что на этом будем заканчивать. Пишите свои мысли, делитесь комментариями, наградами, может быть. Понравился режим, не понравился. Все прочту, все, всем отвечу. Давайте обратную связь ловлю. Пока-пока.